Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». Для тех, кто меня не знает, расскажу. Я руководитель этой компании. Мы занимаемся тем, что помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. С банками, с коллекторами, с микрофинансовыми организациями. То, что мы делаем. То, что мы, точнее, сможем сделать для вас, но не без вашей помощи. Это, конечно же, избавить вас от кредитного бремени, от долгов, от зависимости перед чужими деньгами. Ну и, конечно же, от негативного воздействия, которое, в принципе, доминирует сейчас у вас в вашей жизни. Мы проведем грамотно досудебные переговоры с вашими взыскателями. Если необходимо, если уже у вас судебные разбирательства существуют, подхватим вас на этапе судебных разбирательств. Если вы еще, скажем так, не в правовом разбирательстве, тогда мы инициируем судебные разбирательства, сделаем все для того, чтобы банки либо подали на вас в суд, либо мы самостоятельно пригласили их в судебное разбирательство на предмет решения вашего вопроса в законном формате. Не пугайтесь. Разбирательство в суде – это единственное, что в нашем с вами случае может иметь положительный для вас результат. Для кого-то это страшно, но это именно для тех, кто не разбирается в ситуации. Поверьте, специалисты нашей компании сделают все для того, чтобы именно в правовом поле вы получили ту поддержку, тот вариант решения вопроса, который вы даже, может быть, себе и не представляете. Точно так же после судебных разбирательств мы будем вас сопровождать на этапе Федеральной службы судебных приставов, если так произойдет. Поможем вам создать ситуацию, когда банку будет выгодно отказаться от претензий, ну, либо приведем вас к комфортному платежу. Комфортный платеж – это когда человек платит столько, сколько может, а не столько, сколько требует банк. Это намного выгоднее, интереснее, комфортнее, чем идти на поводу у банкиров, у коллекторов, то есть принимать их предложения. Худшее, что можете для себя сделать, это принять предложение банка в той либо иной степени. Об этом подробно вы можете узнать на нашем сайте www.alyam.ru. В описании этого ролика есть ссылочка. На сайте выложена подробная видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов нашей организации. Все поймете, разберетесь, узнаете, что, сколько стоит. Ну и, естественно, примите полноценное, взвешенное решение. Пожалуйста, успокойтесь, сделайте все правильно, посмотрите видео на нашем сайте, оставьте заявку, как там рассказывается, и будет вам радость и счастье. Вперед к финансовому благополучию. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». До свидания.